Красиво, да? Светло так. Да. Приснилось. В общем-то, ребят, всем привет. Теперь я уж поздороваюсь. Поэтому, ребят, всем приятного просмотра, кто кушает. Всем приятного просмотра. Не забудь подписаться на канал. Потому что для меня это была тяжелая работа, перегонять звук с телефона на комп к видосу. Да, ребят, как вы поняли по названию видеоролика, сегодня я буду показывать свой авторынок и продавать его. Игра подлагивает, потому что хуевает. А вот. Поэтому, ребят, наводите чаек. И еще раз всем приятного просмотра. Ну а мы начинаем. Короче, вот. Это все мои машины. Начиная от дешевых, вот, к примеру, вот это вот, и дорогие. Я, кстати, даже не посчитал. У меня тут есть Audi, Ferrari, Lamborghini несколько штук. Ну, Audi самое большое количество. Кстати, вот это вот я что-то не помню, что за марка. Ладно, Porsche есть, одна единственная Mazda есть, GTR нету. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть машин, ребят. Я не знаю, может вы скажете, что я долбоёб, блядь, какой долбоёб это будет вообще делать? Ну не суть, короче, ребят. Как вы видите, у меня 2 рубля всего лишь. Я потратил все, я отдал бомжу там половину. А он мне накидал мусора, блять, как вы видели в начале видосика. Ребят, продавать мы начнем, естественно, с дешевых. Это вот, это Pontiac, по-моему, не, навряд ли. И SS. Chevrolet. Вот. Поэтому 2 рубля, посмотрим, сколько мы поднимем со всех этих машин, ребят. Так, начнем. Сейчас бы разобраться теперь во всем этом. Ебать, ебать. Кстати, ребят, я извиняюсь, что мышка щелкает, ну, потому что у меня на телефоне микрофон хороший. Бук Регар, это что? Это, походу, этот, блядь. Вот он, Chevrolet SS. Стоит 90... Не вижу нихуя. У меня разрешение маленькое стоит. Давай за 100 тысяч его продадим. 100 тысяч. А, ебать, это дешево. 90 я купил, по-моему. Давай 110 тысяч. Все, выставить на продажу. Они, да, ребят, не мытые, потому что, ну, блядь. Подожди, а вот эта вот тачка-то, вот она, и вот эти две мы продадим. Купила их по 80, давай также по 100 тысяч. 100 тысяч, и вот эту вот тоже 100 тысяч. Бля, мышка громкая, я извиняюсь. Так, давайте, наверное, помоем их чуть-чуть теперь. Бля, лагает, потому что, ребят, ну, нихуя себе сколько машин. Бля, тут даже не пройти. Даже не пройти. Давай хотя бы так чуть-чуть отмоем перед клиентом. То он уже первый идет к нам. Так, бампер хотя бы чуть-чуть. Во. Как будто, блядь, чистая. Так, ты пришел. Вот это тоже, по-моему. За сколько ты хочешь? А, ты вот сюда пришел. А нахуй ты обходил? 110 тысяч. Я хочу за ним. В смысле, цена тебе не нравится? Какие 95, чувак? Давай, не-не-не, давай 110. Мы сегодня чисто ровные суммы у нас сегодня должны быть. Все, мало, бля, 2 доллара вот этих вот, сука, портится. Ладно, давай помоем. По-моему, это Pontiac. Может, я тупой, блядь? Напишите в комментах, ребят. Кстати, ребят, обязательно подписывайтесь. Вот. И ставьте колокольчик. Кстати, еще причина, почему я все продаю, потому что, блядь, я начал скупать эти машины дорогие именно. Вот там, Audi, и мне... То есть перестал сыпаться дроп в, короче, как это называется, в аукционе. То есть мне вообще ничего дорогое стало там не падать. Одна херня, 100 тысяч, нормальная цена, забирай. Вот все, красавчик. Остался последний. Бля, по-моему, это Pontiac. Может, я дурак, нахуй? Что это за машина? Веб-страница. Что это за машина? Что там у нас? Где это, блядь? Бук. Что за бук? Бак какой-то, блядь. Что за бак? Машина бак Рогар, блядь. Я хуй знает. Вот это Мазда, понятно. Это Бэха, блядь. Или не Бэха, не... А, это Фиат какой-то, блядь. Какая Бэха? Ты что, совсем дурач? В смысле, пацаны? Одна машина осталась. Вы чё? Давай еще помоем. Давай еще сейчас ее помоем, помоем, нахуй. Еще, может, подешевле ее поставлю? Так, давай пойдем посмотрим. Бля, ну тут вообще, короче, не пройти. Давай поставим ее подешевле. Так, веб-страница. Бля, мышка щелкает, конечно. Я его поставил за 100 тысяч. А, ну, бля, давай поставим за 95 тысяч. Ну, а пофиг, чё.
Ёб твою мать, что не ставится. А, блядь, дебил. Бугригар. Давай 90 тысяч. 90 тысяч. Выставить на продажу. Все. Пойдем дальше мыть его. Я, по-моему, почти помыл уже, погоди. Во, теперь помыл. Бля, просто посмотрите на это, ребят. Вот, кстати, вот это у нас 4 на 4. Вот, даже номера есть. Феррари 4 на 4, она у нас тут полноприводная, значит, на разварках такая вся. Ебать, такое количество машин. Так, и чё? Клиенты? Вы чё, блядь? Перед вами нихуя автовыбор какой, бля, Audi, конечно, это пиздец, тут их одних Audi, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, одиннадцать машин Audi, блядь. Чувак, ты чё, блядь, не придёшь за Понтиаком? Блядь, какой Понтиак? Я чё-то, я вот не знаю, чё это за тачка, ребят. Да, блядь, да... Ну и чё? Ты придёшь, нет? Не хотят за ним идти. А, во, идет. Давай, давай, девушка, забирай. Он прям, да, вот лагает, кстати, да, я вам говорил. Сохранение за каким-то хуем. Так, разговаривай. 90 тысяч, блядь, охуительная цена. Я за 80 сделал тебя, даю за 90. Да какие ты чё, ебать, вообще, что ли? Давай хотя бы 85. Типа дешевые машины, пофиг. Я считаю. Бля, я не хотел же. Нормально, ладно, пускай забирает. Так, дальше. Мы продаем... Да. Это у нас что? Фиат и Порш. Хотя Фиат дороже, нахуй я его поставил сюда, мог бы туда поставить. Так, продаем Порше и Фиат. Уже 295 тысяч трех машин. Дешевых, кстати. Фиат у нас стоит 220 тысяч. Мы продаем его за 300 тысяч. 300 тысяч, я считаю, нормальная цена. Слишком большой остановить не буду. Порш 931 купил за 200, продаем за 300. Дальше. Еще один Porsche я купил за 200, продаем. Давай 270. Нормально, думаю, будет. Так, где-то у нас тут должен быть еще один Porsche. Не, погоди. А вот он Porsche. Тоже за 200. 200 или 280? Блять, у меня разрешение уебищное. Давай. А, погоди, нихуя. Я могу продать его за 250, но... Хотя нормальная цена, что хуйня. Так, ну чё, три Поршака, Понтиак, Мазду прямо на самый последок, ребят. Так, ГТР, к сожалению, я так и не словил. Я пытался, блять, но меня игра послала нахер. Не, я понимаю, конечно, мыть в принципе сейчас не обязательно этого делать. Так, за сколько ты хочешь забрать машину, по которой я только что потоптался? Да реально новая, она вообще, ты чё? 213, давай 250. 250 и все, и нормально. Берешь, вот и все. А чё выёбывался там, блядь? Какие нахер 213, если вот 250 ты спокойно забрала? Офис очень грязный, где, блядь? Опять, сука, накидал, где ты, блядь, сидишь? Здрасте. Блядь, щелкает, конечно, курсор очень сильно. Я за это извиняюсь. Ну, ты идешь? В смысле, где он? А, блядь, нихуя ты, блядь. 300 тысяч. Охуительная цена. Ну, почему нет? 276. Давай хотя бы 300. 300 тысяч заберешь? Я знаю, ты заберешь. Да, нет? Ну, нахуй ты ломался тогда, блядь, мужик. Так, пришли еще за одним Поршем. А что ты достал? Бля. Да, блядь. Да, ёб твою мать, поговори со мной. Так, 270 тысяч. Вообще надо было за 300 ставить, но... Тебе еще не нравится? Да ты охуел, что ли? Какие, блядь, 216? 260, нахуй. 216, блядь. За 216 купи себе Жигуль с Авито, блядь. Да какие, блядь, 216? Давай, ладно, 250. Бля, нихуя себе, так снижаю, за 200 купил. Все, иди нахуй отсюда, блядь, на хлебницу. Так, остался один Porsche. Давай его, по-моему, он золотой такой красивый. Ой, не золотой, а оранжевый. Блять, золото-оранжевый, короче. О. Бля, курсор, ты чё такой громкий-то, я тебе реально говорю.
пацаны, остался последний Порш, блядь. Разбирайте, нахуй. Золотой, сука, Порш. Золотой, блядь. Вообще ФТ. Номера, конечно, хуйня, но похуй. Да, походу, бля, я долго буду ждать, пока они придут. Все, помыл. Мазду помоем давай. Или она чистая? А, вот, теперь чистая. Так, ну я не пойму, что там, блядь, мы идем вообще, нет? Так, кстати, уже лям. Это лям я заработал с трех дешевых машин. И с двух, ой, с трех. С двух, блядь. С трех, по-моему, хуй знает, сколько было. Три Порше, значит, с трех машин. Блядь, что-то хуйня, мало что-то. Ну ладно, сейчас посмотрим. Ну похуй, мы еще Ауди не продавали. Ауди, мне кажется, сейчас затащит, ебать. Так, здравствуйте, здравствуйте. Ездили мало по выходным на дачу. Ебать, у меня дача есть? А чё я не знал? Какие 235? Ты чё, блядь, давай 270. Хуеть, я на дачу ездил. Давай, забирай, все. Хорошо подходит. Как раз усатому. Так, теперь у нас что есть? Так, теперь давайте, я думаю, Феррари. У нас две Феррарики, потому что всего лишь. Одна 4 на 4, вторая просто так, блядь. Чтоб было. Так, ищем. Вот на Лерари. 150 тысяч всего лишь? Ебать, как дешево. 250 тысяч. Подожди. А что у меня цена не поднялась? А, так это дешево, блядь. 300 тысяч. А, так это тоже дешево, ебать. Окей, давай 500 тысяч. Давай 400, ладно, не будем нагреть. Во, все. Ебать, нихуя себе. Так, и еще одна Лерари. Ой, Лерари, во. Ее мы продадим за 450. 450 тысяч. Ребят, не пишите в комментах. Блядь, ты мог бы дороже продать. Да я знаю. Да уже ночь, блядь, спать пора. Бля, как быстро день-то пролетел. Пойдем поспим. Хорошо, я не против. В контейнере, блядь, сплю нахуй, зато на Феррари, на Ауди ездил. Спать. Хорош спать. Ты сейчас всю ночь проспишь, блядь. Ой, ладно, сутки проспишь. Все, поспал. У вас есть неоплаченные счета, блядь. Ну, я не удивлен. Ну, вот реально. Так, давай офис. А мне деньги появились. А, блядь, да, я... Блядь, что я дебил? Так, все, феррарки мы выставили. Пакетик мы вот этот забираем, нахуй, отсюда. Это не ваш пакетик, это... Оп. А там еще один. Бля, пацаны, подождите, дайте мне мусор-то выкинуть. Нихуя поперли, блядь. Оп-оп-оп. Так, сейчас оплатим по-быстренькому счета. Так, веб-страница, счета. Оплатить 45 тысяч всего лишь. Потому что я как бомжик, у меня офис грязный, блядь. Кстати, лайфхак, пацаны. Ебать народу, вы чё поперли-то, блядь? Давай к тебе, ты 4 на 4, ты у нас похож, знаешь, на кого. 45 тысяч, блядь, чувак, ты чё, давай не это. А, он, в принципе, согласен, давай. 450 тысяч. Все, давай, удачи тебе. Давай, давай, пока. Так, и вот этому теперь, вот этим двоим. Ты, блядь, какой-то в натуре русский. Ну. Не, не русский. Какие 396, блядь, 400, я тебе сказал. Не так минимальная цена. Ну, не минимальная, блядь, среднячок, но ничего. Все, забирайте. Так, ребят, 2 миллиона 169 тысяч. Блядь, ты сука, я тебе не продал машину, только ты мне, блядь, бутылку выкинул. Я тебе запомню это. Так, теперь выставляем Lamborghini. Там у меня собака по кровати что-то лазит, блядь. Никак успокоиться не может. Lamborghini. У нас их Lamborghini Coach. Coach, блядь. Countach. А я хочу выставить их за 800 каждую. 800 тысяч выставить на продажу. Lamborghini, блядь. 800 тысяч выставить на продажу. И еще две Lamborghini Countach. 800 тысяч. Бля, думаю, 8 миллионов, нахуй, я бы охуел. Погоди, а сколько у меня их штук-то, блядь? 4, по-моему. Подожди, в смысле 4, у меня их 5 должно быть. 800 тысяч. Выставить. Бля, нихуя, нихуя стоять, блядь. А, хотя нормально там, в принципе, я думаю, госкот не решает. Нет, вот, да, еще одну не выставил. Погоди, а где у меня еще-то, блядь? А, подожди. Ламба, ламба, ламба. Ауди, ауди, Мазерикс. А, вот на самое первое. Давай ее выставим за... Тут тоже 800. Выставить на продажу. Клиент уже пришел, ебать, сейчас он нахуй купит у меня. Девочка, тебе не рано ли, блядь, кататься на Ламборгини, нахуй? А там еще мужик, блядь, жирный.
Ну да, 5 ламп. Сейчас я думаю, продам. Ну, край типа 700-750. Нет, чувак. Давай 750, и на этом ты пойдешь нахер, блядь. Если не возьмешь, нихуя, я отказываю. А, ну все, хорош. Так, тебе какая? Тебе вот это интересно? Какая, блядь? Блядь, да не ты. Красная? Скажи, блядь, ну потому что я женщина, ну. Давай тоже торг 750 максимум. Какой 601, блядь? Ты что, уебалась, что ли? 750, я сказал. Не, нихуя. Не забираешь? Не, все, давайте, до свидули, блядь. Не-не-не-не, какие нахуй 601, блядь. Пока, я в Тигру тирана еще на таких машинах, блядь, ездить. Нихуя тут пришла, блядь. И вон я продавал там, блядь. За 100 тысяч. Могла бы их купить, блядь. Нихуя себе, блядь, 600 тысяч, блядь. Я сказал 800, так, ты давай забираешь, не уебывайся. Загрязнение не грязные. Какие 511? Ты че, вообще, что ли, уебался? Я за 500к ее купил, блядь. 800 нахуй. Не похуй, блядь. Бля, они заебали, они сейчас начнут ебать мозга, я хуй мне что заберу. Да какие 511? Пошел ты нахуй, слышь, блядь. Никаких нахуй 511, блядь. Вот, давай, молодой, забирай нормально, за нормально, бля. Опять ты ебаный свет. Бля, такой обкуренный. Почти целая. В смысле почти целая? Она целая, блядь. Какие 585? 750, блядь. Бля, может помыть их надо? Цена мне не нравится. Давайте, ладно, одну отдадим за 700. Одну. Мне просто... Не-не, слышь, иди нахуй, блядь, тогда отсюда. Я сейчас тебя помою. Может, все-таки их мыть надо, блядь? А? Или нет? Или это не влияет? Что, блядь, ну, потому что есть, в смысле, почти новая, блядь. Алло, она у тебя мытая, нахуй, бритая, блядь. Поговори со мной, блядь. Блядь, да... Сука, поговори со мной. Не хочешь с ним разговаривать? Ну, пошел нахуй туда. 800, ребятки, забираем. Какие 595, блядь? Вы что, вообще ебанулись, что ли? Иди нахуй отсюда, блядь. 500, вы что-то вообще уже, пацаны, попутали, нахуй. Моем, моем, ладно, вот это пизда надо. Оп, подожди. Ты давай, забирай. А, я за 350 ее купил, блядь, какие нахуй 800, блядь. Так, ну давай за 750. Если сейчас не согласится, то за 700 уж хуй с ним отдадим. Давай, ладно, за 700. 700 тысяч. Бля, вот этот пацанчик подошел, но он другой подошел. Все, давай, до свидульки. Так, тебе чего? Вот ее купил за 400, ее можно за 750, блядь. А ты, сука, хочешь мне ее за сколько? За 609. Нет, давай, чувак, за 750. Да, там чел стоит, он. Надо к нему подойти. Да какие, блядь, ты подумал? Мне похуй, что ты подумал эти. Бля, лагает пизда. Так, ты за сколько хочешь? А вот ее за 500 купил, блядь. Ее вообще нахуй надо дорого отдавать. 643? Нет, 750. 750 тысяч рублей. Все. Уебывай нахуй. Так, ты, женщина. Берешь, не берешь? Какие, блядь, 602? Не, нахуй. Иди, дайте, я помою ее, заебали. Уж поэтому никто не берет ее. Вот ты тут что стоишь? Блядь, как мне к тебе подойти-то? Стой, стой, сука, не уходи. Ну ладно, просто я долго уже. 625. Нет, 750, я ж тебе говорю, ну ты чё? 750к. Это, блядь, да. Это норм. Нет, не смогу. Бля, ну, блядь, не хочу нахуй за 750 отказать. Иди нахуй. Это, бля, ну почему так дешево, блядь, какого хера? Какие 602, блядь, вообще, нахуй? Нет, давай 700, блядь. 700 тысяч, блядь. Все, не нравится, иди нахуй. Блядь, понравилось. Вот ты ебаная курица. Вот эта ламба стоит дохуя. 500 тысяч я взял. Нет, чувак, 800. Ой, баба, точнее, извиняюсь. Да бля, да серьезно. Давай, ладно, 750. Бля, стул скрипит, пиздец.
Ты что, ебанутый? Сначала навыебывалась, блядь, я уйду отсюда, тебя забрала. Так. Мазду мы оставим на потом. У нас есть Audi. Давайте продадим сначала три Audi. Веб-страница. Давай, вон, да, в любую. Вот. Ой, не, нихуя, ебать. Это Мазда, блядь. Вот давай, Audi RR. Купила за 527. Продаю за лям, нахуй. Это ведь лям. Блять, стул заебал, я тебя сейчас сломаю. Извиняюсь, ребят, реально, извиняюсь. Продаем лям. Просто все аудихи по ляму, нахуй, не похуй. И еще одну. Это вообще лям 100, нахуй. Потому что, блядь, у него ГОСК почти 600к, блядь. Не, у меня там, по-моему, есть ГОСК 600к. Так, какие вот это. Блядь, а почему так-то, нахуй? Давай лам помоем. В принципе, похуй, они пока сейчас подходить будут. Я думаю, нормально, в принципе, стоят они. Клиент в офисе, блядь. Ну нахуй ты что, не могла дальше подойти? Золотую же хотела? Ну, блядь, понятно, все, ясно. 5000 пробега всего лишь. Какие 659? Ты уебалась, что ли, нахуй? 950 тысяч. Иди нахуй, если тебя не удовлетворяет это, блядь. Бля, может это нормально, кстати? Ты за сколько хочешь? Бабка, блядь, вот ты прям сколько ты хочешь? О, не, нихуя, бабуська, блядь. Так, а давай поставим 900. 900к, блядь. Да не, ну бля, ну бабуль. Давай вам 850, сука. 850. Ребят, вы не думайте, типа, вот, типа, блядь. Это нахуй, по дешевке. Ну, не знаю, ребят, мне кажется, нормальная цена. Ну, лично для меня, так я считаю. 1 100 000. Какие 713? Нет, блядь, 1 000 000. Давай нам попробуем 900. Ну, понятное дело, 1 000 000 это я так по приколу ставлю. Нет, до свидания. 713 это вообще мало, блядь. Ой, блядь, ты вообще все сразу пока. Я даже что разговаривать не хочу. Ты прям вообще что-то подохуел. Хуя мне, блядь, 500 поставил. Я купил, блядь, за 500. Ты куда там идешь? Ебать, нихуя ты читер. А я так почему не могу? О, еще одна идет, блядь. Ты вот этот вообще богатенький чувачок. 620. Да вы серьезно, блядь, 800 нахуй. Дешево. Ой, не, погоди, иди-ка нахуй сюда. Я в машина побогаче, чем ты будешь. 676. Я продаю за 900 тысяч предложений. Ну, это дорого, понятное дело, на самом деле, да хуя. Давай, ладно, торганем с ней. 800 тысяч, пускай нахуй будет отсюда. Да в смысле тебе цена не нравится, блядь? Ты начинаешь подбешивать, слышишь, ебать, иди нахуй отсюда, такой базар гнилой, блядь. Подбешивать я и начинаю, блядь. Ты куда пришла, блядь? Ты пришла в автосалон. 716 торговаться. 850, блядь. А, где у нас? 850. Забираешь, красава будешь. Это русская Татьяна. Нахуй. Не знаю, почему-то прям имя Таня к ней подходит. Да какие, блядь, давай 800, ладно. Просто в комментах писали, типа, можно подороже. Но, блядь, они выебываются. Ой, стояли вы, ребятки. Нахуй вы так долго стояли, блядь, тогда. Так. Мне нужно подумать минутку. 703. Нет, чувак, 703 это мало. Давай 850. 850 я считаю нормально. Ты как, согласен? Ты не согласен, да? Ну и нахуй тогда тебе. Вот пришел. А, блядь, я думал. Так, ты вообще за сколько хотел, я забыл. Ты хотел за... А, нет, ты пошел нахуй, тогда я... Вон еще один идет. Тоже, давай, все, тоже иди нахуй. Сука, какие, блядь, 703? Не, давай пока не будем его посылать. Потому что ему можно за 800 ее продать вообще. О, лысый китаец. Давай, ты за сколько? АБС. Тут АБС, тут все вообще стоит 693. Блядь, давай 800. 800. Не, по 800 тысяч, я думаю, это нормальная цена. Потому что я купил 500 за ее, блядь. Как бы влил в нее всего лишь 5-6 тысяч. И типа нормально, я считаю.
Уже, ребят, 8,2 ля, 8,2 ляма. Так, Audi RR купил за 600, ебать. Вот ей цена. Ну, блядь, все равно тут госка не влияет. Миллион, да? Миллион ей ставим, нахуй. Это 500 ставим. 800 тысяч. И еще одну Audi мы ставим за 950 тысяч. Так, ну чё, ебать, пойдем поспим. Так, какие я выставил? Я выставил какие-то из этих. Вот эту, ту и ту. Все, пошли спать отсюда. Ну, ребят, 8. Короче, 8,3 ляма я уже поднял. Это при том, что покупал я их дешевле. Как бы, когда я начинал, у меня было... ну, когда я решил заняться этим, у меня было 5 лямов. Вот, и я потихоньку покупал, там где-то продавал. Поэтому я считаю нормально. Так, посмотрим, ладно. Сколько мне сейчас за них предложат. Я, конечно, 15 лямов навряд ли, 10 лямов точно будет, прям вот, блядь, 100%. Так, автомобильный рынок открыт. Но он нам пока не нужен. Он нам пока не нужен. Кстати, сейчас после того, как продадим все, съездим на аукцион, посмотрим, есть там этот GTR. Если есть, то заберем. Так, и что? Клиент уже пришел. Куда идешь? Погоди, дай помой, блядь. А, так это... А, красный, бля, красный, кстати, нормально выглядит. Вообще, мне желтый больше нравится. 950 тысяч всего лишь, блядь. Какие 682, чувак? Не-не-не, нихуя, 900. Ладно, давай 850, блядь, не буду наглеть. Ну, потому что тут госка, судя... Ой, за сколько я взял, это нихуя не решает, типа. Значит, и цена такая просто. Да какие 682, блядь, иди нахуй отсюда, нет. Охуел, блять, у нее и так госка, нахуй. 500 тысяч, блять, какие нахуй. Давай, ты сколько предложишь? А, тут 600 даже тысяч цена покупки. О, уже 702. В смысле, блять, не только что 702 предлагает. Не, давай 800. 800 тысяч. Забираешь? Рыжая пришла, но не успела. Сори, сори, брат. Так, красный какой-то пришел. Черный, точнее. Так. Хорошо быть на моей машине, есть небольшие повреждения. Какие 669? Не, мужик, я хочу в 777777. Вот так вот. Пускай будет. Разбираешь? Вот хорош за 700. Блять. А, все, четко он сделал цифру. Так, моем. Типа я что-то делаю, блять. Делаем вид, короче. Так, что ты у нас, что хочешь? Миллион, блять, вот реально без торга. Да ладно, ладно, чё, мудак, конечно, строгану до 850. Давай, 850 тысяч, заберешь? Вот, блядь, вот баба вот эта богатая, нахуй, пиздец. Так, осталось у нас 5 Audi и 1 Mazda, ребята. Это при том, что у нас уже 10700. 10 лямов, 700к. Audi мы продаем. Ебать, еще одна с гоской 600 тысяч. Давай за 900. 900 тысяч. Потом еще одну Audi за... Давай, 800 тысяч. 800 тысяч. И еще одну Audi за... Бля, ну это вообще дешевая, нахуй. Я ее за 350 забрал. Давай ее, нахуй, за 700, нахуй. Пускай будет. Я не знаю, просто влияет здесь госка на... Ну, не госка, а за сколько взял. Или как, хуй его знает. Так что, ну, не знаю. А, вы какой идете? Куда идете? Бля, ебать, вы долго ходите. Вот, ребят, минус хуёво, ну, хуёво, типа, то, что там большой этот офис, площадь. Самый максимальный, который за 750. Смотри, 800к без торга. Ну, ладно. Ниже 700 100 пудов не отдам торговаться. 800, я тебе говорю. 800 тысяч и по рукам. Идет? Да, блядь, ты серьезно? Ты на 120 тысяч, блядь, давай нахуй 708, 777. Не, нахуй, не надо 777. Давай 750. 750к, все нормально. Давай уебывай нахуй отсюда. Мало рык. Так, вы что хотите? Китаец, ты что хочешь? Бля, почему китаец, нахуй? Может, он русский, блядь, просто... Не, дядь, ты что-то перепутал, нахуй. 800. 800к и нормально. Я считаю нормально. Нет. Ну, значит, тогда пока.
Ты вот сколько хочешь. Опять ты, бля, блондинка. Почему блондинка, если она рыжая? Вообще, какая рыжая на крич? О, бля, 700 нахуй уже. Давай 850. 850 тебе норм? Не, ну 850 навряд ли, конечно, погоди. Там никого нет. А подожди, в смысле там никого нет? Бля, накидали мне мусора. Это я, походу, потому что машин не продаю, они мне накидали, блядь, своих банок. Не, дядь, иди отсюда. Ты еще, блядь, бедный, да? Для таких машин, блядь. 704. Я предлагаю ей за 800 отдать. Считай, нормальная цена. Адекватный ценник. Во, всего. Ты куда идешь? Ты сюда идешь? Давай, сейчас как раз перед тобой помою. Смотри, какая она теперь чистая, блядь. Блядь, что не отмывается? Вот, все отмывается. Ладно, давай. Бля, ну этот Петька, он, походу, не купит, нахуй. Так, да, 700 тысяч я за нее хочу. Это справедливая цена. Блядь, почему так сразу не забирают? Так, у нас осталось три машины. Это две Audi и... Так, две по страницам. Так, давай мы ее за 800 выставим. Нет, давай за 750, ну. Это что я выставляю? А, Audi. И вот эту Audi мы выставим за 850 тоже. 850 тысяч. Закрываем. Кстати, мне интересно, меняется ли у тебя баланс, то, что есть, и какие тачки в аукционе появляются или нет, или это не влияет никак. Сейчас посмотрим, короче, хули я спрашиваю. Сейчас мы эти продадим и посмотрим. Клиент, потерпи чуть-чуть. Бля, я думаю, Мазду продать. Да, конечно, продам, потому что, блядь, я на еще так хуже куплю, нахуй. Я сейчас вообще все продам, ребят. Так, бабулька, ебать. Бабулька, нахуй, сразу видно, приехала с дачи только что. На дороге не стоит огурчики, хуёрчики, торговаться. 680, нет, давай. А я выставил. Давай 800. 800, считаю, справедливая цена, поэтому давай. Давай. Вот все, блядь, вообще молодец, бабулька, нахуй. Ты вообще иди отсюда заебал, ты вообще самая бедная, блядь. Не, ну ладно, не всегда она, блядь, надо, нахуй. Блядь, заебали срать, чуваки. Я говорю, я, походу, им машины не продаю, они мне, блядь, сюда кидают вот эту свою хуйню. Бля, пиздец, мне звук подгонять придется, ребята, вы бы знали. Поэтому, ребят, поставьте лайкусик, не жалейте, если вы, ну, типа, не жалейте. Ну и чё, в смысле? А, блядь, опять ты, я же тебе сказал, только что иди вон на остановку, чё, автобус подъедет, тебя заберет. Ну. Давай, давай, ладно, забирай, это белое прям, блядь. Давай, ладно, за сколько ты хочешь её забрать? Окрашено, блядь, в смысле? 663. Не, давай 800. 800 тысяч, давай. Блядь, 15 лямов будет, серьезно? Да какие, блядь, какую цену, я же тебе сказал, 8, давай 880, нахуй. Все, блядь, иди нахуй, блядь. Не возьмешь, иди нахуй, не мои проблемы. Да иди нахуй туда, все. Нет, отказать, блядь, иди пизду. Бля, я думал, у меня 15 не будет. Вот я говорю, бабка, она, блядь, на автобус, нахуй, никак не может сесть, ходит туда-сюда, блядь, заебывает. Заебала, блядь. Вот сейчас уйдет, потом опять придет, нахуй. Придет, скажет, ебать, автобус не приезжает, нахуй, нихуя. Да я куплю, у тебя машину сама даю. Мазда вообще, я, ну, блядь, вообще недорого ее купил. Клиент в офисе, а, все, клиент съебался. Две машины, ребят, осталось из 25, по-моему, сколько у меня, или 26, по-моему, было. С них я заработал 13 миллионов 700, 13,7. Не со всех, понятное дело. Так, давай, пока никого нет, мы сейчас Мазду еще выставим. Так, веб-страница. Мазда RX-7. Ба, она такая дешевая, блядь, давай лямну. Потом мы поедем на аукцион. Посмотрим, что там. Ой, блядь, посмотрим, что там за машина у нас есть. Так, а я эту хуйню помыл? Нет, серьезно, не помыл. Я ж мыл ее, блядь, какую хуйню грязная опять. Я ж ее, блядь, мыл. Бампер особо грязный, не? Я хуйню, короче, что там грязная, блядь. Что с тобой?
Клиенты, блядь, осталось 4 часа и 4 минуты и будет ночь. Бля, видос будет рендериться, кстати, долго, потому что... Наверное, потому что. Ребята, если понравится, обязательно ставьте лайкусы, подписывайтесь на канал. Лайкусы, лайки просто и все. Так, еще одна. Это, походу, ее дочка нахуй идет. Вроде помоложе, блядь. Так, ну что, забираешь за 800 или не нахуй не хочешь? Ой, за все. Ну хотя бы за 800, да. Чувак, заебись такой чувак. Да какие, блядь, 670? Давай хотя бы 800, блядь. Давай хотя бы, да, 800. Короче, если не заберет, я предлагаю дать ей за 750. Пускай, что, блядь, женщина, нахуй. Не ездить хотя бы будет. На, блядь, забирай, пизду тебя, нахуй. Иди отсюда. Папки свои скажи, что больше не приходило, нахуй. Все, ебать. Ебать, мы набежали. Так, ты сколько хочешь? Отказать сразу, нахуй. Ну, хотя, может, я это сделал. 648. Блядь, она что, такая дешевая, типа, блядь? Это же, это, типа, редкость же, блядь. Она ж не падает, как ламба там, блядь. 628, давай хотя бы 850, блядь. Ебать, я думал, она дороже стоит. Да какие, блядь, ты чё? Не, нахуй, иди за 628. Не буду тебе за 628 ничего отдавать. А он сколько хотел? Ну, блядь, я так понял, она недорогая, ладно. Ай, блядь, давай торганемся за 800, хули. 800 тысяч, предложение. Принимай. На этой ноте я ухожу. Чего? Не, все, иди. Ты сказал, ты уходишь, уходи. Хуя ты охуел вообще, блядь. Они хитрожопые, нахуй. Им все подешевле, блядь, давай. Посмотрим, сколько захочет. Вот этот, блядь, их не ребенок пришел. Алло, я же только что твоей маме продал, блядь, машину. Ты заебал. Бабка, то ты, блядь, то батя, нахуй. Бери-то, нахуй, за лям, блядь, не выебывайся. Сколько, блядь, там написано? 585? Нет. 790. 790 мне похуй, забираешь? Бля, походу, я отказываю, и, короче, они начинают меньше брать. Это, блядь, кто пришел? Твоя сестра, нахуй. А чего? Извините, у моей машины язык разный нормально просить более высокую цену. 699. Ну, 700 еще, ладно, давай. Давай, хуй с ним, 800. 800 тысяч. Вот забирай, все, блядь. Вот она на учительницу похожа, пускай вот школьник свой будет. Ребят, заработали мы 15 297 тысяч. Теперь. Что мы делаем? Мы сейчас едем в свой контейнер, блядь. У нас есть 15 лямов, но мы спим в контейнере, ебать. А нам похуй, блядь. Ложимся спать. Так, как раз нам стал доступен аукцион. Сейчас мы быстренько ебашим на аукцион и смотрим, что там есть. Я надеюсь, там есть GTL. Вот потому что мне 15 лямов, блядь, ну алё, камон. Ну я, конечно, не знаю, влияет это или нет. Ну, типа, на более дорогие тачки. Хотя навряд ли, мне кажется. Потому что когда я бомжиком начинал, ну, любой, когда начинает, в аукционе может попасть и ламба даже, блядь. Но прикиньте, GTR и вот это все, это еще, типа, не все тачки. Потому что я когда скачиваю игру, я видел на фотке Dodge Charger старый. В игре я его так ни разу не видел. Так вот, хуйня. Блядь, серьезно, что ли? Ой, нахуй это сделал. Тут не будет, блядь, вообще эксклюзива, что ли? Я понял. Ладно, ребят, вот такой вот был видосик. В итоге мы подняли 15 лямов за 26 машин. Да, возможно, я продавал дешево, быстро как-то сливал, то есть, ну, не договаривался. Но, ребят, я считаю нормально. Поэтому всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.